Более 19 миллионов рублей дополнительно будет направлено в 2019 году на оказание жителям Тверской области высокотехнологичной медицинской помощи. Соответствующие изменения в территориальную программу государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи внесены губернатором Игорем Руденей. Рост финансирования в направлении высокотехнологичной помощи позволит увеличить количество операций, требующихся жителям региона с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ангиопластики со стентированием при ишемической болезни сердца. По расчетам фонда медицинского страхования мы сможем сделать не менее 139 операций по шунтированию, по установке стентов на сердце для тех людей, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи. При этом мы договорились, что при необходимости мы готовы добавить средства на проведение таких операций. Изначально планировалось проведение 176 таких операций. В настоящий момент, благодаря дополнительному финансированию, их количество увеличено до 320. Данную процедуру проводят в областной клинической больнице. Для этого в медучреждении уже установлено дополнительное оборудование. Сейчас в нашей областной клинической больнице уже установлен третий комплект оборудования, так называемый ангиограф, для проведения высокотехнологических операций. Они очень востребованы, и это дает возможность людям, которые перенесли сердечные заболевания, более стабилизировать состояние здоровья, и тем самым мы планируем тоже улучшить показатели по продолжительности жизни и уменьшить показатели смертности. Повышение качества и доступности медицины, развитие специализированной высокотехнологической помощи – одни из главных задач региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая реализуется в Тверской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».